Говорит Москва. Московское время 8 часов. Говорит Гэмблер, время шортить. Идущий на профит, всех приветствую, рад вас всех видеть. Лайки, подписочки, колокольчики, нажимаем, начинаем. Сегодня 8 декабря, давайте смотреть, что у нас по битку. В общем, флэт какой-то идиотский. Вот-вот, я жду экспоненту, три одинаковых к ряду графика. Это биткоин, это перевернутый график DXY, это CP500. Ну, просто жду, окончательные, так скажем, окончательного и бесповоротного начала экспоненты. Да, потому что на CP-хи уже накопились. На CP-шки наккумулировались, да, манипулировались. Ну и все, и пошло. То же самое на битке, а вот DXY он вообще еще даже не сдвинулся, поэтому на DXY еще есть. Ну и в общем и в целом, как бы все просится чуть ниже. Ну, примерно как раз таки по 5% на каждом. Что касаемо в упора, если биточек смотреть, то наш зажим, да, по идее, это может еще раз протестировать сверху. Почему? Потому что, бывает такое, что идем, то трендовое, на которое опирались, не знаю, как условно, как угодно можно назвать, иногда тестируем и от него отбиваемся. Почему такое может быть? Потому что у нас есть важные лимитки на всех биржах появились. Тут и на Кракене сверху, тут и, по-моему, на Битме что-то подобное. Да, вот было там у 17 тысяч, 17-100 примерно. Так, Coinbase. Ну, Coinbase куда выше. Я думаю, что это просто поджимные лимитки. И еще где-то я видел Финик, наверное. Ну, Финик тут непонятно вообще. Ну, плюс мы видим, если 30 минут открываем, тут шорты по рынку открываются, то есть их ликвиды 16900 и 1660. Единственное, конечно, Binance поджимает. Вот тут вот мы поджимали, вроде как убрали лимитки, сейчас их снова выставили. В общем, остается только смотреть, ну и фондирование, резко очень. Переход из отрицательного в положительный, из положительного в отрицательный, несмотря на то, что эфириум все равно нам показывает о том, что на этой полке альты продолжают держать плюсовых контрактов больше, чем шортовых, точнее лонговых больше, чем шортовых. Вот, ну а в общем и в целом, конечно, быстро мы охлаждаемся, быстро набираем, ратио плюс-минус. В общем, как-то оно так, давайте посмотрим. Идущий на профит! На комментарии, потому что, реально, изо дня в день просто одна и та же практически цена очень туго идет. Я не знаю, может, у меня усидчивости нету, либо это реально цены начали так тяжело ходить, волатильность прям очень маленькая. Так, погнали, все грамотно, благодарю. Пожалуйста, лайткоин, среднесрочной перспективе, что по нему скажешь, халвинг не за горами. Ну, можешь найти, дня 2-3 назад я о нем говорил, мне добавить нечего. Там глобальный зажимной скам. Вот такого плана. Даже еще придется недельку выставлять. Вот такой вот штука на лайткоине. По идее, раз, два, три. Ну и куда-то на двадцаточку было бы прикольно посмотреть. Если свалка неизбежна, продавать надо первым. Это точно. Артем, привет. Такой вопрос. Я захожу в сделку с взятым плечом на 1000 долларов. И все норм. Захожу на десятку с 10x, то сразу против меня рынок. Такое ощущение, что биржа видит и пытается вынести. Дело в том, что все мы с вами смотрим на один и тот же график, и манипуляции, и, прочие, так скажем, даже не манипуляции, а ход рынка, он всегда примерно на всех активах один и тот же. И там графики, например, золото, там вообще 200 лет, что ли, есть график золота на TradingView. Плюс-минус психология работает одинаково для всех. Мы хотим купить что-то дорогое, когда оно подешевело. Мы хотим зашортить то, что когда-то стоило очень дешево и выросло. Это неизбежно. Это неизбежно так же, как вот Луна, когда рухнула со 117, там я лично шортил со 115, по-моему, или 110. Ну, можете полистать паблик. Луна стоила 110 долларов, и потом в один прекрасный момент стала стоить доллар, или там 10, я уж не помню точно. Сначала 10, потом доллар. И огромное количество людей захотели купить. Был еще стейблкоин UST, который привязан к доллару, якобы был, да, алгоритмическими. Ну, то же самое. То есть опустился
этот стейбл до 70% от своего, от своей привязки, ну, то есть 70 центов стал стоить, и люди захотели получить легких денег. Они же видели это на USDT, как люди, когда USDT там на 5%, что ли, отвязался, я уж не помню, какой у него будет самая большая отвязка, 4-5%, ну, понятно, что его будут спасать, его спасли, и кто-то заработал там 4-5%. И люди решили то же самое повторить на Луне, а тут же не просто 5%, а там сколько, 30% отвязка и больше, легкие easy money, man. Ну вот, поэтому... Ну и, конечно, вопрос сайза, вопрос количества, цены, естественно, так всегда происходит, когда заходишь на большие суммы, тяжелее смотреть на сделку, тяжелее это все выслеживать, меняется подход, это норма. Я тебе больше скажу, ты думаешь, у меня что ли ситуация другая? То есть, как только я разгоняю там $100-$200, это нормально, я там, ну, делаю там от 3 до 5% на стоп. Но иногда, когда, ну, депозит очень сильно разогнан, да, хочется уже больше заходить. Берешь там 10, 15, 20% от депозита, и вот это самые руининговые сделки, то есть, случается именно, когда увеличиваю сайз. Это норма? Так, как относишься к кластерному анализу? Не понимаю, о чем. Кластерный анализ — это типа... Ну, я понял, типа на Trading Light. Смотришь, где там дельта, не дельта, да. Ну, и я не торгую так. Прежде, что значит повторять про альту, неактуально делать текущий анализ. Открой плиз. BitDAO, спот график. Ой, какие цели по нему вниз, интересно. BitDAO, Coinbase. Дневочка. Ну, слушай, я не знаю, тут слишком мало наторговано. Может, где-то больше наторговано. Здесь не больше. Хобби? No. Тут сложно о чем-то говорить. Мало на торговке. Тренд вниз. Не хочу какие-то очевидные вещи говорить. Просто, скорее всего, еще литься и потом уже аккумулироваться. Это единственное, что я могу сказать. Поэтому я альты многие не смотрю. SLP и ROS делись от Binance. Пока только к BNB. Но лихая беда начала. Это нормальное очищение рынка, нет пути к свободе, потому что свобода есть путь. Binance уже давно все опционы делиснул, про лайткоин рассказал. Thanks. Ладно, все, всем спасибо, до новых встреч. Полезные ссылочки в описании. Да пребудет с вами прибыль. Пока-пока.